Мистер Дюфрен, расскажите о вашей ссоре с женой в тот вечер, когда ее убили. Я вернулся в машину и поехал домой проспаться. Мы повздорили. Что произошло после ссоры? Она хочет развестись в Рено. Я припарковался у поворота и ждал. Ждали? С каким намерением? Точно не знаю, я был не в себе. Вас туда ныне статум мэн. Приговариваю вас к двум пожизненным заключениям. Понимаешь, по-английски, дубина? Вы будете есть, когда скажем мы. И ходить в сортир тоже будете, когда скажем мы. Тебе ясно, недоносок? Собираешься есть это? Не хотелось бы. Как говорит, спасибо. Банкир, убивший жену. Я не убил. Вы все невиновны. Вот что я скажу, друг мой. Надежда – опасная штука. Она может свести человека с ума. Здесь она бесполезна. Лучше привыкай к этой мысли. За убийство, как ты единственный виновный в Шоушенке. Это моя жизнь, моя жизнь. Думаешь, ты когда-нибудь выйдешь? Да. Знаешь, куда бы я поехал? В Зиуатанехуа. Что? Зиуатанехуа.